Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. В их честь складываются стихи, поются серенады и совершается множество других забавных глупостей в зависимости от века и нрава. Несмотря на то, что в глубине души они не смелы и не уверены в себе, они умеют скрыть это под маской мнимой отваги и решительности. Однако они много внимания уделяют мелочам, а в ситуациях, требующих решительных и быстрых действий, оказывается под властью необоснованных страхов и сомнений. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквой «Х», вы не встретите. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Люди с этим именем очень лояльны, добры и щедры к друзьям и к родственникам. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Эти люди ответственны и терпеливы. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.